В здании администрации Ленинского района было запланировано проведение заседания Совета депутатов городского поселения Видное. Однако в отсутствии кворума оно не состоялось. В повестке дня был следующий вопрос об оценке деятельности главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по результатам работы за 2017 год. Я должен был зачитать отчет. Отчет перед населением я зачитал. Отчет мой состоялся 1 марта. По действующему законодательству я должен зачитать его и доложить на Совете депутатов. Я готов это сделать. Но, к сожалению, я обращаю внимание, что количество присутствующих недостаточно для того, чтобы проводить совет заседания. Кворума нет. Поэтому, уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение. Алексей Журавлев, член Совета депутатов, дал по этому поводу взвешенную оценку. Заседание в соответствии с законом было назначено за определенное количество дней на 17 часов. За 10 дней? Да, то есть кто-то на него не пришел, сорвал заседание. То есть, ну, какие еще варианты? Если мы не можем открыть заседание, соответственно, нету никакого и не будет заседания сейчас. Также встреча не осталась и без комментариев присутствующих на нем жителей города Видное, которые неравнодушны к вопросам, представленным в повестке дня. Сколько раз я не приходил на ваше заседание, я ни разу не видел. Начало 18, ни разу не началось. Опаздывание постоянное, лица одни и те же. Прошу учесть, вы сами знаете, я вам не буду говорить. Один из депутатов, Олег Федоров, от имени Совета принес извинения перед жителями города за срыв собрания. Думаю, что мои коллеги-депутаты меня поддержат. Я хочу принести извинения перед жителями, которые пришли сегодня на заседание, да, и вместе заслушать отчет и понимать о том, как работает Совет депутатов. Вы уж извините, что такая история произошла. Будем надеяться, что в дальнейшем все будет совсем по-другому. Между тем, жители ждут от Совета депутатов конкретной работы и решения насущных вопросов. Найдет ли разобщенный состав Совета компромисс и начнет, наконец, что-то делать, пока не ясно.